Lesson 13, урок 30, Wendy and her family. Венди и ее семья. Питер Пен живет на острове Нетландия, но иногда прилетает в семьи, где есть маленькие дети. Однажды он прилетел в дом, где жила девочка Венди и ее семья. Что же она рассказывает о своей семье? I am Wendy. Я Венди. This is my mother. Это моя мама. She is nice. Она хорошая. This is my father. Это мой папа. His name is George. Его зовут Джордж. He is smart. Он умный. This is Michael. Это Майкл. He is my brother. Он мой брат. He is funny. Он смешной. This is my brother too. Это мой брат тоже. His name is John. Его имя Джон. He is cute. Он привлекательный. This is Nana, our dog. Это Нана, наша собака. She is very kind. Она очень добрая. Мама Венди очень любит рассказывать своим деткам, Майклу, Джону и Венди, сказки. Давайте мы прочитаем с вами сказку и попробуем догадаться, какую сказку прочитала мама Венди. The Banks is a big and happy family. The Banks is a big and happy family. Семья Бэнк – большая и счастливая семья. They are a mother and a father. Там есть мама и папа. Two sisters, Jane and Barbara. Две сестры, Джейн и Барбара. And two brothers, John and Michael. И два брата, Джон и Майкл. John and Barbara are twins. Джон и Барбара – близнецы. Mary Poppins is their nurse. Мэри Поппинс – их няня. Давайте мы выберем фотографию, которая подходит к сказке. Как вы уже догадались, это сказка Мэри Поппинс. Конечно же, вот эта вот фотография подходит под эту сказку. This is nurse. This is Mary Poppins. Это няня. This is nurse. This is Mary Poppins. This is a mother. Это мама. This is a father. Это папа. This is a sister. Это сестра. This is a brother. Это брат. They are twins. Почему я говорю уже не this is, а they are? Потому что здесь двое деток. Они будет they. И нам нужно слово are. They are twins. Они близнецы.